остаться дома. Ну ничего, я расскажу тебе удивительную историю про одну необыкновенную ночь. Ангелы ищут добрых детей, чтобы порадовать их. Давай помолимся, и ты увидишь, как наяву, что произошло однажды в Вифлееме и сохранилось в вечности. Перепись населения. Наши главные герои, Иосиф и Мария, жили тогда в Назарете. Родным городом рода Давидова, из которого происходил Иосиф, был Вифлеем. Туда и отправились Иосиф с Марией. И вот человек по имени Иосиф отправился раздобыть огня. Доброго времени суток, добрые пастухи. Моя жена Мария находится в хлеву, а рядом с ней лежит младенец, которого нужно обогреть. Дайте, пожалуйста, огня. Нам не жалко огня, но как ты возьмешь его? Я как-нибудь справлюсь. О чудо, он взял огонь руками. Это необыкновенная ночь. Ночью в Вифлееме мальчик был рожден, ангелы запели, радость.
хор, и звезда сияла, радовала взор. Имя Бог дал Сыну Иисус Христос, потому что миру Он спасение нес. Ты поняла, что это была за ночь? Я еще много раз буду читать тебе удивительную книгу Библию, и ты узнаешь новые интересные истории. Рождество Иисуса Христа – праздник для всей земли. Это в небо открыты врата, это дар безграничной любви. Это значит, спасение есть, и преграды разрушены все. Со Христом можно встретиться здесь и жить в Царстве Его на земле. Это значит, любовь, мир, покой среди волнений, страданий, нужды. Это в сердце живет Дух Святой, и нет места для зла и вражды. Сумраки звездам полночного неба, над спящей во мраке землей. Звезда откровения, звезда Вифлеема, зашла христианской зарей. Мир спал безмятежно в объятиях ночи, не слышал, не видел, не знал, что в эту минуту